смотрите на канале День Интернета, перед просмотром попрошу поставить лайк, подписаться на канал. На этом канале расскажу вам разные способы источника заработка. Сегодня мы поговорим о крутом кране, как криптовине, и как его автоматизировать, и также другие краны. Итак, суть какая? Есть такой кран, как криптовин. Он дает через каждые 15 минут от 1 до, скажем так, до 5 сатоши биткоина. То есть регистрация банально простая, показывать ее не буду. Нажимаете на реверт, вот вас закидывает вот сюда, и оно пишет, что от 1 до 4 сатоши рандомно будет выпадать каждые 15 минут. Когда была днюха, выпадало вообще по 50, по 60 сатошей, те же самые 15 минут. Вот, на данный момент у меня на балансе 765 сатошей, вывод я реально буду показывать на FaucetPay. Что происходит? То есть вот я обновил страницу, нажимаем на Get Reward внизу, разгадываем капчу 18 плюс 18, 36, пишем сюда 36, и все, плюс 2 сатоши упал. Чтобы так вручную не клацать, ссылка тоже на этот кран, конечно, будет в описании. Есть такой классный бот, он называется MultiBot, тоже ссылка будет в описании. Что я сделал? Вывод позже чуть покажу, конечно же. Вот это мой рабочий стол. Я нажимаю на этот мультибот. И здесь есть раскладка множество ботов. Вот, сейчас он запустится. Я уже все подробно покажу вам. Этот крутой, скажем так, бот, он существует для того, чтобы вы вручную не классали, не бегали там 3-5 кранов, а реально, чтобы это делал бот, и он очень хорошо разгадывает. На данный момент я включал ее на полдня, и он уже, грубо говоря, 544 решения уже сделал, грубо говоря, на пассиве. То есть, если за день там около 900 тысяч. Где-то доход от него от 30 до доллара, зависит от того, как вы раскладку расформируете. То есть, вот раскладка каждого бота. Если я, например, нажму на данный бот, вот, да, то есть видно, сколько стоит суточные лимиты, там все такое, не прошли. И, ну, то есть разные всякие фишки есть. То, что можно реально, то есть зарабатывать. И оно показывает, сколько, например, капает сатоши там биткоина. Здесь, то есть этих очень-очень много. Как ставить данный бот себе на компьютер, я ссылку тоже ставлю в описании, чтобы вы понимали, как это все, чтобы я не рассказывал второй раз. Вы класните по ссылке в описании, посмотрите, как ставится данный бот. И вы, например, вот данный кран можете поставить себе, который будет решаться на автомате. То есть оно показывает, даже если взять вот динамику, что вот, то есть 15 решений было за сегодня. Я вообще ни разу не классил, кроме того, что я вам показал. И, грубо говоря, оно уже 15 раз собралось. Что здесь еще есть непосредственно помимо этого всего? Вот. Сначала, конечно, вы зарегистрируетесь на этом кране. Некоторые краны я вам дам, где надо зарегистрироваться. И можно вставить тот бот. Есть накопительные, есть не накопительные краны. Есть здесь такое Earn Interest, скажем так. Здесь есть классная штука, то есть есть внутренние акции, каждая акция стоит 1000 сатоши. Она дает 0,7% в день в сатошах биткоина. То есть, грубо говоря, вы вкладываете 1000 сатошей биткоина, а вы получаете 1260 сатошей битка за 180 дней. То есть данная акция работает 180 дней. То есть, грубо говоря, плюс 26%. Некоторые люди сюда вообще вложились очень по-крупному, мои знакомые, и реально получают чисто пассив очень большой, то есть каждый день, только на пассиве. Вы можете здесь накопить, а потом и за эти же сатоши биткоина приобрести акцию, а можете вывести. То есть крутая вот здесь есть движуха. Плюс есть здесь такая классная штука, как DICE. Вот, играть можно в DICE. Вот, то есть данный кран, он очень крутой, и реально вам рекомендую. Сейчас я попробую сделать вывод вместе с вами, при вас. Нажимаем на Windows. И здесь мы что мы видим? То есть мой баланс 767 сатоши биткоина. Если мы будем выводить, то, например, на FaucetPay должно быть баланс минимум 200 сатошей. Если там куда-то другие кошельки, то минимум 15 тысяч. Вот. Ну, то есть, директ там 1000, да, вот, NoFields, директ 1000 сатошей. Вбиваем сюда пароль. То есть, сюда идет, уже у меня стоит автоматический кошелек с FaucetPay. Проверяем, он не он. Ссылка тоже на FaucetPay будет в описании.
Вот, нажимаем депозит. Нужно зайти. Итак, вот мы зашли, нажимаем на депозит. Видим, что это тот же самый кошелек. Вы его оказываете, скорее всего, может и при регистрации. Советую вам взять Swap SetPay. Итак, оно все соответствует, все сочетается. Все круто, классно. Выходим. Это нам не надо. И нажимаем Windrow. И это сохранить. То есть оно показывает, что если хотите вывести... А, я указал Direct. Надо указать FaucetPay. Все, то есть ждем ассистента, подтверждения. Все, видим, я обновил страницу, что на выводе уже стало все мои сатоши биткоина. Как придут, поступят, я вам покажу, что на FaucetPay средства, то есть, пришли. Я как делаю? Есть еще такой вариант, как, например, установить бота и, например, на удаленный сервер. Ну, это уже вам более ребята покажут и подскажут на того бота, что я вот вам показывал, включаю. Те, которые уже админы этого бота, те основатели, создатели, они очень хорошо идут на связь, на отзыв. За вот эту всю информацию, что я вам предоставил, хочу попросить лайк, подписку и, естественно, комментарий. Я очень буду благодарен за комментарии. И если есть какие-то вопросы, пишите в комментарии. И также самое, есть у нас личный телеграм-канал, где мы публикуем другую информацию, ту, которой нету в Ютубе, потому что так бы видеороликов нужно было снимать намного больше. Вот, это там как получить NFT-шки бесплатно, как участвуем в разных играх, заработки и все такое. Аирдропы топовые. И вот мы видим, что на скриптовина мне уже поступило 767 сатоши биткоина, то, что я выводил. Вот, так что спасибо за просмотр. Не забываем ставить лайк и подписываться на канал. Всем пока!